Компания «Шеффлер» в этом году отмечает свое 4-летие на Ульяновской земле. 4 года без брака и дефектов. Именно так характеризуют работу этого предприятия заказчики. Ульяновский автомобильный завод, «АвтоВАЗ», концерн «Рено». Кроме этого, 15% продукции ульяновского «Шеффлера» идет на экспорт. Штат 113 человек. В планах на год грядущий расширение еще на 20 человек. Важный аспект – свою карьеру на заводе начать несложно. Важно желание и высшее техническое образование. А поскольку предприятие заинтересовано в качестве подготовки кадров, то здесь имеются и программы обучения, и развивается институт наставничества.